Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Юрий Филин нами. Как прошла игра? Прошла игра очень для нас хорошо, но, видимо, это связано было с тем, что у соперников, наверное, не было основного вратаря, потому что они менялись там регулярно. Но самое главное, они тоже очень хорошая играющая команда, и нам было очень сложно. Но самое главное, мы отработали в обороне, и мяч до наших ворот долетал достаточно редко. Я думаю, что это был залогом успеха. По-моему, вы выходите на первое место, в регулярке, перед последним туром. Как будете настраиваться? Это самое сложное будет, настроиться на последний матч. Я буду надеяться, что у нас состав будет достаточно полный, и мы подойдем во все оружие. Спасибо, удачи.